Добрый день, мои зрители. Вот еще немножечко порнухи. Это центральная улица города Комшоссе между двумя районами. И вот что на ней творится. Это все лето, вот как снесли трамвай, была нормальная вполне магистраль. И вот что они сделали под видом, значит, ремонта, не закрывая ее. Вот это вот срань. Это сегодня суббота, сейчас утро. Пассажиропоток практически маленький. Ну вот. Что творится? То есть это вот дороги 21 века, автобаны такие. Сколько денег уже воровано, неизвестно. Как бы это все нигде не освещается. Кто выполняет работы, как. Воровство отмывалово. Вот эти ямища. То есть тут были нормальные, благоустроенные остановки, все посносили, тротуары, то есть вот все разворочено. Вот это вот. Вот она реконструкция. И оно туда, на 3 километра. А я иду сейчас к реке. Грязище вот это все. Посмотреть уровень воды в Силенке, потому что ее подпирает Амур. Я пойду по старому мосту. Вот это болтается, валяется. То есть кабель денег стоит, он вот валяется. То есть, ну, раз отношение такое к добру, ясно, что оно уже не народное, не чье. То есть, соответственно, отношение к уплывающим деньгам там. То есть, а уже скоро зима, уже пару месяцев и будет снег. То есть, сегодня 1 сентября. Вот такое эффективное управление. Это вот еще были до строительства нового моста старые пути трамвайные остались. Причем тоже где-то их выломали, где-то они остались. А это вот сиротливые столбы стоят. То есть еще полезут ломать мост. Сама идея убить трамвай, она абсурдна, потому что конструктивно встроен трамвай в конструкцию моста. То есть вырывать трамвайное полотно, это по сути опять половину моста заново построить. Там я пройти не могу, потому что разворотили дорожки. Ни переходов, ничего нет. Ну и плюс по грязи по этой. Город, который делает самолеты, практически единственный в стране массово. Не штучно, как в Новосибирске где-то, а массово. По десятками штук в год. 30-50. Гражданские, военные. Вот как он. Какая у него инфраструктура убогая. Как его при этом расхерачивают, да. То есть была хоть какая-то, не стало никакой. Ну все уже, да, вода уже. Мало того, что она от дождей мутная течет. О, тут уже совсем не уронить телефон только. И уже Амур подпирает, то есть течение уже. Это вот дамба, еще одна дамба. Еще одна отмывалова, которая... При этом тоже, вот видите, решетки часть сняли, часть осталась. То есть сделали хоть какие-то тоненькие. Чугун, ценность. Вот упорно едет машина сюда. Так, ну короче, вода огромная. И это все стекает сейчас с гор. То есть цвет у нее шоколадный, да, никакой прозрачности. Запас, конечно, еще в метр есть. Ну, собственно, как раз вот до тех вот металлических это и будет, как в 2013 году. То есть да, действительно, врут с уровнем. То есть реально уровень на метр выше. Ну, если так присмотреться, можно увидеть, что вот уровень реки, уровень вот этих вот домиков, он практически. И вон там лежат насосы, да, с них сливается уже. То есть это уже подтоплено все. Подвалы точно подтоплены. Ну, зато сейчас на байдарке хорошо здесь идти. Широкая, грязная, шоколадная река.
Ну, собственно, что я хотел посмотреть. Увидеть несколько всяких. Вот это охерительно, это старый мост. Охерительно он так выглядит. Без поручней, без всего. Ну, собственно, еще на метр подопрет. Тут уже и течение будет такое тихое, спокойное, потому что... Да, оно сейчас быстрое, потому что еще по реке идет сброс. Хотя уровень реки маленький. Уровень всего 230 нарисован. Ну, за счет подпора он нарисован на 40 километров выше в Солнечном. Вот такие вот, и видно, что кругом тучи, да, никакого особого такого прояснения нет, голубого неба не видно, то есть вон там вообще дождевые тучи в горах, то есть то, что упало на 2 сантиметра вода где-то в Хабаровске, это еще ничего не значит, потому что только началась осень, и сейчас как бы оно должно идти вверх. Все, с вами был Юрич, Дальний Восток. Такие вот дела. Ну вот видно, вон, там он уже за дамбой, да, это вот дамба крутая, но за ней все равно, вон там видно вода. Сейчас. Справа. И люди ходят, вот наблюдают за этой кишкой. Вон те двое кентов, работники служб каких-то, которые откачивать пытаются. Вот такая вот реальность, в отличие от всяких радостных новостей, которые к саммиту идут с Дальнего Востока. Ни о чем.